Приветище, это Вальхейм. Вальхейм или Вальнейм. Короче, Вальхейм — это игруха про викингов, и сегодня мы на нее посмотрим. Окунемся внутрь и пройдем посвящение викингами. Начинаем новенькую с тобой игруху. Как говорится, состряпаем себе новенького свежеспеченного вальхальца. Оттенок кожи. Ух ты, как уголек. Нет, угольком не буду. Вот такой вот оттенок кожи у меня. Мраморный. Белый. Белоснежный. Причесочку сейчас с тобой выберем стильную, как у викингов, потому что викинги это у нас бруталы. Вот. Брутально вроде, да? Смачно. С косичками, да. Викинги с косичками были. Но еще они лысые были. А лысые тоже, в принципе, ничего. Давай по бороде посмотрим, что. Мощно. Что это такое? Что, почему? Борода прилипает, как будто сопли. Знаешь, такая это... Борода, ты где? Да я сейчас. Тут за углом затерялась. Подожди, зацепилась такая. Отцепилась из-за угла, быстро залетела, смотри. Бьюх. Забавно. Короче, вот эти сопельки висящие, это вот чисто викингская тема. Они еще тут, видишь, заплетены в такую, ну, резиночку, короче, вот. И я думаю, что, скорее всего, вот такие вот сопельки висящие у нас будут 100%. Только надо выбрать две или одна сопелька волосястая. Ну, тут уже совсем молодняк. Короче, чем старше викинг, тем больше у него борода, тем длиннее у него вот эта сопелька. Ну, давай, наверное, две сопельки возьмем. Вот, красиво же смотрится, да? Вот это бы, да, на сюда, вот, на затылок. И четко. Если нет на башке ничего из волос, то пусть будет хотя бы на бороде, да? Вводим имя. Значит, есть одноименный сериал. Да не одноименный, просто «Викинги» называется сериал. Там есть главный персонаж Рогнар. Кто смотрел, пишите в комментариях. Рогнар, мне сериальчик зашел. Рогнар, значит, и будет звать нашего персонажа. О, костюмчик появился. Какое-то платье. Ну ладно, пойдет. Начинаем. Давным-давно всеотец Один объединил миры. Он поверг своих врагов и заточил их в десятый мир. Затем он обрубил ветви, которые соединяли эту тюрьму с мировым древом, и оставил ее дрейфовать в изгнании. На протяжении веков этот мир пребывал в спячке, но он не исчез, пока таяли льды, возникали и исчезали царства десятого мира без присмотра богов. Когда Один услышал, что его враги вновь набирают силу, окинул он взглядом Мидгар и послал своих валькирий отыскать в нем величайших воинов. Мертвые, они возродятся вновь в Вальхейме. А вот, собственно, валькирия. Валькирия, которая нас отыскала в Мидгарде. Мы были в Мидгарде, нас отыскали, сказали: «Ты великий воин, я тебя беру с собой, погнали!» «Будешь лететь распятым, без трусов...» А, нет, в труханах, точно, я же в трусах был. Я же когда создавал персонажа, до того, как на меня напялили юбку, были такие эти... как бумажные труханы на мне, вот. Короче, нас отыскали, забрали в Мидгарде и вот послали в эту тюрьму. Десятый мир. Десятый мир — это не просто место, где ты будешь, ну, наслаждаться. Ты будешь здесь воевать. Воевать с монстрами, которых раньше побеждали боги. Но я же викинг, я сегодня тут всем зад надеру. Я вот только прибыл сейчас, пойду по-быстренькому. Раздам лещей и все, и обратно в Мидгард вернусь. Или в Вальхал, не знаю. Посмотрим, куда я там вернусь. О, привет, воин. Здорово, буду с вороном разговаривать. Хугин его зовут, он исчез. Никас на меня напал. Божечки, что делать? Я великий воин, что делать? Я все забыл. Как быть? Бегать? Нет. Да, ладно, сейчас. Разберемся. Там два Никсона, ты прикинь, вон они теперь вдвоем за мной бегают. О, навык улучшен, бег один. Ну все, я тогда бегать буду, у меня это лучше всего получается. Ворон снова исчез. Блин, он помог бы мне, выклевал бы им глаза. А у них, кстати, по 4 глаза. Фу, блин, по 4. По 2 глаза с каждой стороны, ну, 4 глаза у них. Так, ладно, давайте, сейчас я разберусь, двоечки вам пропишу вот так вот. Хопа. Готов один. Ты видал, какие плюхи раздаю вообще? Олень прибежал что-то. Подобрал какую-то фигню, и говорят, ты типа из этой фигни можешь сделать такую-то фигню. Трофей называется еще, подожди. Трофей Никс. Блестящие глаза и острые, как бритва, зубы. Понятно. Короче, бошку я собрал. Они увидели, что я оторвал бошку и их сородича и просто свалили отсюда. Ну и хорошо, мне спокойнее будет. Привет, ворон. Мы с тобой тут это, не договорили. Хугин зовут.
ворона. Добро пожаловать в 10-й мир, воин. Да уж, меня тут не так уж и добренько встретили. Я Хугин, послан сюда, дабы сопровождать вас в ваших путешествиях. Мегалиты, окружающие вас, это жертвенные камни. Они олицетворяют павших, которые вы должны убить, чтобы попасть в Вальгаллу. Все-таки я потом должен попасть в Вальгаллу. Если кто не знает, Вальгалла — это то место, где викинги постоянно пируют и гуляют. Это, короче, рай викингов, грубо говоря. Если ты хорошо сражаешься и достойно помираешь, то ты отправляешься в Вальгаллу. Вот. Что еще раз скажешь? Этот камень — Вегвизир. Один повсюду разбросал эти магические камни в качестве указателей на пути к павшим. Если присмотреться, этот камень откроет место призыва Эйктюра, вашей первой жертвы. Вам нужно хорошо вооружиться, прежде чем попытаться победить этого могучего чудища. Ты видел, как я Никсонов раскидал? Да я сейчас этого Эйктюра, блин, ну и название я выговорить даже не могу. Эйктюра, я сейчас просто вот так подойду ему, хоп, по щечкам надаю, и все, он откинется по-быстрому. Какое вооружение, о чем-то? Ты что смеешься? Я ж викинг. Подумаешь, я в платье каком-то бегаю. Что еще ты хочешь мне сказать? Проверьте свой инвентарь. Большинство предметов необходимо создавать, так как вы только недавно покинули Мидгард, вам придется вспомнить истинную форму вещей. Просто собирайте все предметы, и я уверен, что все вспомнится. Мой младший брат Мунин сказал мне, что можно сделать каменный топор из деревянной палки и камня, короче, вот. Ну, давай сделаем. В принципе, это очень логично. Все делается из камней и палки. Как первый неандерталец на свете, который изобрел топор, да? Сейчас я это тоже сделаю. О, ягодки, кстати. Малиночка. А, жрачку нашел. А, кто это меня за жопу кусает? Ты че, офигел? Ты офигел? Я сейчас тебе бошку оторву. Вот и все, и нет твоей башки. Прикольно так разлетаются тут монстрюганы, которых ушатываешь. Ну, наконец-то пожрать можно. Давай перекусим. Вот так вот. Что вообще малинка дает? Она весит, во-первых, она занимает место и определенный вес в твоем рюкзаке. Здоровье 10, выносливость 20. О, круто. Длительность 600 секунд. Исцеление по 1 хп. Ну, круто. Это круто. Лакомый кусочек. Вот, да. Что-то потерял я дар речи, когда жевал малинку. Вы нашли, чем перекусить? Поешьте скорее, чтобы улучшить свое здоровье и выносливость. Что-то малинка обратно лезет. Помните, что вскоре вы снова проголодаетесь, поэтому старайтесь всегда иметь на готове хотя бы пару разных блюд. Блюд, у меня только ягоды. Так, значит. А где карта-то? Куда мне идти? Куда идти? Кто мне что покажет? Он говорил, что вот это посмотри. А, вот он. Эйктюр. Мне туда. Ладно, побежали. Я правильно понимаю, что если я карту закрою, то у меня ее не будет, да? Ага. То есть мне надо вот от этого камня вот так вот, ну, как бы, я запомнил картинку на камне, и вот я бегу в эту сторону. Нет, не в эту. Куда мне бежать-то? Назад надо бежать. Вот так вот, бежим. Все, я бегу. Черт, что-то там застрял где-то. Вот, в этом направлении мне надо бежать. Все, закрываем карту. А, так вон там он нарисован, да. На мини-карте даже. А, так у меня карта есть все-таки, да? А, ну точно. Ой, затупил немножечко. Ладно, бывает. Я думал, что у меня карты нет, и карта только на камне. Хорошо. А где этот? Чудище. Я думал, тут... Вот я прибежал на это место, где чудище должно быть, а тут никого нет. Я думал, такое здоровое чудище будет, которое я сейчас ушатаю с двоечки. О, вон он. А, это ворон. Чертов ворон испугал меня. Что я тут за пьедестал? Рассказывай. Призыв зверя. Вы нашли место призыва одного из павших. Сделайте правильное подношение алтарю, и павший появится. Однако будьте осторожны. Павших нелегко одолеть. Так что наденьте лучше доспехи. Создайте оружие посильнее и поешьте как следует. Перед смертью. Прежде чем вступать с ним в бой. Да пошел ты. Можно его вдарить? О! Вот как я буду прощаться с вороном. Просто втащил ему, и все, он исчез. А тут что написано? Что это за руины какие-то? О, на этом, на викинском. Ловите его, сородич. Короче, нам нужно замутить какое-то подношение, и тогда он вылезет. И тогда я смогу ему навалять. Написано, пожертвовать предмет, 1 из 8. Что? Что это? Как это? Давай вот так вот. Ну-ка. Ой,
Мне так не прокатит. Да блин, ну вот я стою перед алтарем, ну киньте ровно. Походу надо вот так вот. Ну я не знаю, может быть алтарю малинка не понравится. Вот я кинул. Да что ты будешь, что это за теннис тут, а? Теннисный столик, в который в соло я играю. Сейчас, подожди, блин. Когда он боком стоит, он кинет боком. Короче, я полагаю, что малинка не прокатит. Во, да, малинка не прокатит. Нужно что-нибудь другое. Там было написано правильное подношение и лови его сородичей. Олени. Олени нам нужны. Собираем ягоду. В большом количестве, как нам говорил ворон, нужно много жрачки. А, еще топор надо сделать. Давай соберем-ка веточки. Сколько у меня там веточек? Одна веточка, первая веточка. Ладно, собираем больше. А сколько вообще надо? Для дубины 6 веток надо. Ну, хорошо. Камушки собираем тоже. А, во, смотри, каменный топор. Появился. 4 камня, 5 веток. Причем ветки собираешь, а из них, смотри, получается такие бревна прям. Доски такие мощные. Мощные жесткие доски. Грибы. Смотри, грибы. Ядрен. Батон. Сегодня пировать будем. Смешая грибы с малинкой. И потом на следующий день как продрещусь. Ох, мам родная. Много удобрения получится для малинки. Вот это что такое? Ну сколько я набрал? 4. 5, 4. Олень, иди сюда. Ты мне нужен, чтобы призвать твоего бога. Так, ну все, вроде древесины я набрал на топорик. Угу. Теперь 4 камня. 4 камня. Где же камушки? О, нашел. Отлично. Здорово. Все, кажется, все собрал. Делаем, значит... А, нет, не все. В смысле, я дофига камней сейчас подобрал? Как это? У меня кто-то подтыривает с моего рюкзака. Камни. Все? Их, кстати, по-моему, разбивать можно. Нет? Мне показалось. Вот, все есть. Создаем, значит, топор. Сейчас будем рубить деревья. Но еще хочу сделать дубинку. Видишь, есть дубина. 6. Кто это? Кто это был? А, это олень. Мокрый олень. Вот так вот у нас топорик выглядит. Больше похоже, знаешь, на какую-то кувалду здоровую. Хопа. Давай, подымайся. Сейчас наберем еще веток на дубину. И вообще мощный буду. Не только буду пятюни раскидывать, но еще и дубиной махать. Камни, камни, камни. Все пригодится в нашем колхозе. Сколько собрал? Молоток. А для чего нужен молоток? Вооружитесь этим инструментом, если желаете воздвигнуть высочайшие залы и мощнейшее укрепление. А, строительство. Угу. Кто тут камушек? Че я там, для дубины все хватает, а у меня нет? 4, еще 2 палочки. Сейчас, быстренько. Так, готово. Создать дубину. Ну и, в принципе, теперь можно еще и молот сделать. Пару палочек, и все будет пучком. Первое, начальный инструментарий у меня будет готов. О, еще один камень, смотри. Рунный камень, давай почитаем, что написано. Эта земля тверда и дика, но нам, попавшим сюда, еще труднее. Странник, найди утешение в дарах перед тобой. В добром древе и камне, в лесных плодах и цветах. Взгляни так же, как кабанов... Чего? Взгляни так же на кабанов, которые бродят по этим землям. Они боятся огня и человека, но их можно приручить. Тихо подойди и подкорми их. Они любят есть корни. Обалдеть, я могу приручить кабана? Серьезно? Корни. А как насчет малинки? А, подожди, он сказал не корни, а коренья, может быть? Подожди. Коренья, да, они любят есть коренья. Немножечко ошибся. А что такое коренья? А, ладно, вот малинка у меня в руках, я беру малинку. А, я ее съел. Коренья, где мне найти коренья? Прикинь, если я сейчас приручу кабана, так у меня тут это будет, песик ручной. Это круто. Все, на молот хватает? Не, еще
пару деревяшек. Коренья. Что такое коренья? О, одуванчик. Коренья. Ну, блин, скорее всего, это корень какой-то, коренья. Все, молот можно сделать. А что одуванчик дает? Одуванчик. Костер можно построить. Стопку дров сделать можно. Стойка для готовки, верстак. Ну, четко. Сейчас где-нибудь раскинем свои кости, как говорится. О, ворон. Про одуванчик там никто не... Просто одуванчик. Ничего он не дает. Что расскажешь? Вы создали молот. С помощью этого инструмента вы сможете возводить надежные помещения, высокие укрепления. Начните со строительства верстака. Хорошо. Давай я тебе вытащу. Опа! В полете! Пнул в полете. Четко. Ай, моё. Ну что, пойдем где-нибудь место найдем четко, чтобы отстроиться. Топоры. Навык топоров повышен. Окей. Ищем поляночку, значит. Поляночка. Какая-нибудь красивая поляночка. А может быть, не знаю, даже не на поляночке строится, а где-нибудь на побережье. Ладно, построюсь где-нибудь здесь рядышком с этим алтарем. Погоди, а если придет чудище, оно будет огромное, я не смогу его одолеть, оно тогда разнесет мою постройку. Не круто. Что не очень круто. А это что за колобок? На воде, смотри. А, это бревно в воде. Так. Вот это бревно смогу сломать? Давай, во-первых, я попробую кулаками все это сделать. Не, кулаками точно нет. А топором? Да, топором можно. Я просто думал, что у меня руки, знаешь, ну, на все способны, но нет. Отлично. Пару бревен собрал, и из этого я могу сделать... А, молот надо взять. Разместить, удалить меню строительства. Во, стопку дров могу сделать, костер и груда камней. Угу. Костер можно будет потом развести. Слушай, так и получается, что можно вырубить, в принципе, участок леса, сделать полянку и построить дом. Чего бы нет? Да? А карта вообще большая, нет? Так, сейчас я попробую вначале дерево срубить. Что-то оно... О, рубится. Аккуратно! Никого вроде не зашибло. Ну, прикольно, значит, можно, в принципе, вырубить лес. Это круто. Грелинг идет. А у меня есть дубин для тебя, Грелинг. На тебе. Как я быстро его вообще в этот раз выстегнул. Собираем его сопельки. А, это смола. Это не сопельки. Короче, гремлин это леший леса. Он типа его охраняет, хотя это не точно. Ага. Из одного большого бревна я сделал два бревна. Ну ладно. Для досочек пойдет. Слушай, в принципе, я могу сделать несколько домов. Почему бы и нет? Как бы, знаешь, опорные пункты такие. Потому что карта, да, она довольно большая. Нифига себе. Карта большая. Где-то построить такие опорные пункты, маленькие деревеньки, а где-то сделать, ну, знаешь, это... Царь-город. Так. Чё я там уже могу что-нибудь? Да нифига ты не можешь. Невыполнены условия. Чтобы стопку дров сделать 50. Это мы поняли. Ай-я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 й. Стой. На тебе с ноги. Куда ты побежал? У него рюкзак. Знаешь, такое ощущение, как будто это школьник. У него рюкзак на спине. Получил. Тощий. Толком-то ничего даже построить сейчас не можем. Для костра камни нужно. Ок, пойдем камни собирать. Скорей. Оп. Еще парочку камней. Хотя там больше надо, чем парочка. Мне бы хотя бы костерок, блин, замутить за сегодня. И вообще будет четко. Кстати, скоро ночь уже наступит даже. Ночь скоро будет, нет? Нет? Да?
Все, камни есть. Для костерка пойдет. Где моя полянка? Где-то здесь полянку намутил. В принципе, знаешь ее, где можно еще поставить костер? Что-то выносливости вообще ни к черту. Малинка уже заканчивает свое действие. Я думал, вот возле того алтаря, где меня приземлили. Там, куда трофеи таскать надо, вот туда. Тут и речка есть. Речка вообще имеет какое-то значение в этой игре? Там, не знаю, мельницу сделать на воде. О, грибочки надо собрать. Давай грибочки съедим. Все четко. Малинка с грибочками сейчас намиксуется у меня в животе. И завтра у меня будет помпезное утро. Олень, стой. Две звезды. Это что? Что за лень такой? Это не рядовой какой-то, это прям сержант, слушай, лейтенант, блин. Две звезды большие. Все, мы дошли до алтаря. Тут еще какой-то красный камень. Я такой не читал вроде. Что написано? Давным-давно, когда всеотец Один объединил миры, он низверг ванов. Ванов, кто это такие? Великанов и других существ. Еще древнее остальных. Величайших из них нельзя было убить. Вместо этого они стали павшими. Навечно сосланными сюда. Навечно сосланными сюда в Вальхейм. Когда они идут, всю землю сотрясает дрожь. Вы узнаете их, когда увидите. Ух ты, ничего себе. Так, все, уже ночу. Кабан, мясо дай. Я тебя, правда, приручить хотел, но мяско тоже нужно. Кожаные обрывки я получил. Как дикарь какой-то, знаешь, неандерталец. Бегаю и с палкой тут всех врубаю. Ну, это 10-й мир, выживаем как можем. Давай. Кожу гони. Гоп, стоп, я подошел из-за угла. Кожу с одного удара выстегнул. Все. Все четко. Значит, костер развожу прямо здесь, вот на середине. Берем. Че, у меня вроде все хватает. Мистические силы не позволяют вам строить в этом месте. Что это за 10-й мир, а? Ладно, давай вот рядышком, вот здесь вот. Буду сидеть, смотреть на костер и вот на эти руны. Тут тоже нельзя. И как далеко мне нужно убежать? О, вот здесь вот можно. Тут, кстати, отличная полянка. Давай поставим здесь. Ну вот. Ой, факел достал зачем-то. Будем греться. Я поджег себя. Ай-яй-яй. Вода. А, все, я потух. Фух. Вот дебил, а. Ну логично же, что ты можешь поджечься. Погоди, а факел может поджечь дерево? Давай проверим. Чисто интересно. Не, нифига. Акустик. А если драться факелом? Че вообще? Прочность, дробящий огонь. Да, огнем будет наносить урон. Это хорошо. Че еще? Я хочу построить себе что-нибудь для головы. Крышу там, например. Ворон снова. Вам холодно? Да у меня костер есть. У меня есть костер. Пойдем с вороном поболтаем. Во! Фига себе. Что-то не обращал внимания, что тут огромная какая-то фигулина есть над башкой у нас. Так, ворон, хочешь, я тебя подожгу? Следите за погодой. Если ночью температура упадет или вы промокнете, вам станет холодно, выносливость будет. Но это я уже понял, это я понимаю. В таких случаях лучше всего найти укрытие у открытого огня. Ладно. Использовать предмет. О, подкидывать бревна надо. Иначе костер потухнет. Ну хорошо. А можно приготовить мясо здесь? У меня вот мясо есть. 5 штучек. Использовать сырое мясо с чем? Да не с чем, а на костре пожарить. С чем? Холщовая туника. Она у меня ломается, прикинь. То есть я, в принципе, могу скоро без туники остаться, да? Это негодно. А если ее выкинуть? В труханах. Не, подожди, подбирай обратно. Тунику надо ее одеть. Хоть какое-то, но
Качество, прочность. Да, броня у нее есть. Хоть какая-то, но она есть. Снова загорелся. Батюшки, горю. Зато нам не холодно. Но все равно пишут вам холодно. А где, кстати, уровень температуры моей? Если дождь пойдет, мне будет крындец. Ремесло, строительство, мебель. А где верстак? Стойка. А, вот верстак. 10 дерева нужно. У меня, по-моему, есть. Давай попробуем сделать вот так вот. Новый чертеж какой-то открылся. Ворон сразу прилетел. Ну давай, рассказывай. Вы построили верстак. На верстаке вы сможете создавать сложные предметы, а также открыть больше заданий, которые можно построить с помощью молота. Хорошо. Верстак. Ремесленная стойка должна быть под крышей. Ай. Ладно, сейчас по-быстренькому крышу намутим. Не страшно. Так, это что у нас? Деревянный пол. Угу. Мне нужны элементарные какие-то стойки. Пол. Деревянная стена. Под 45 градусов. Деревянный столб. Можно мне вот так вот как-то это все сделать? Давай. Во. И, в принципе, просто крышу на вот эти столбы накинуть, и все у нас будет. Крыша. О, как красиво! Лучи луны пролезают через... Как красиво пролезают. Все испортил. Лучи, короче, луны... Как... Блин, как слово-то подобрать? Пронзают ветви деревьев. Вот. Всю романтику испортил. Блин, да как? Давай, насаживайся. Столб на столб я хочу. Что-то нифига не получается. Ладно, если вот так вот сюда запрыгнуть. Во! Вот так вот я хотел. Отлично. И теперь крышу надо. Крышу. Вот это что такое? Соломенная крыша. У меня нет соломы. Черт. А для соломы что нужно, ребят? Подожди, я что-то не понял. А что, не нужны никакие ресурсы для строительства? Прикинь, походу. Походу ничего не надо. Хм, круто. Ну и ладно тогда. Как развернуть все это дело? Разместить меню, переключить соединение предметов. А, соединение или параметры. Так. Что-то я не понимаю. Вообще не понимаю, не вижу. Ну ладно, пусть так будет. И с другой стороны хочу так же сделать. А, во, на ролик. На ролик мышки повернуть могу. Знаешь, похоже на какой-то колодец. Не хватает только дырки посередине с ведром. И крутилки, которая будет это ведро поднимать с дна. Не выполнено условие. Какое? А, древесины не хватает. Причем крыша соломенная, но не хватает древесины. Вам холодно. Да блин. Сейчас. Костерок. А в принципе, может быть, я уже верстаком могу пользоваться? Потому что крыша как бы, ну, почти сделана. Да уж. Крыши нет, все равно. На-на-на-на-на. Пойдем быстренько рубанем вот здесь вот. Древесяку. Вот эту вот. Блин, она сейчас может быть рухнуть на мой домик и разрушить все. Это будет не круто. Так, падает аккуратно. Нет. А, фух. Фух, стой, не кати сюда. Стой! А-а-а! Мой мизинчик. Он, ну, зато спас свой дом. Ладно, разрубим сейчас по-быстрому. Опять на мизинчик накатилось. Но я думаю, что на крышу должно хватить. Как бы, ну, по-любому. Давай доделаем еще что-то. Я, кажется, А, мне ж верстак надо. Я думаю, что-то у меня как-то кривенько получается. Костер не накрыт. Хотя, в принципе, может и накрыт. Разворачиваем. Что-то косю как-то. Во. Черт, и вот здесь вот не хватило чуть-чуть. А можно как-то убрать? Удалить. Во, можно убрать. Хочу прикрепить вот к этому. К этой крыше.
Ну вот, вот так вот получается. Все, ты верстак над крышей. Отдых. Крышу поставил, теперь у меня тут отдых. Ну, в принципе, уютненько. А она что, не под крышей, что ли, вы хотите сказать? Вот это что, это не крыша? А, ну тут дырка есть, вон, видишь? Наверное, из-за этого. Блин. Черт. А я на крышу могу залезть? Не, не получится. Так, хорошо. Хорошо, не проблема. А, вот эту штуку, конек. Надо было конек сделать. Но я сейчас могу его сделать, в принципе. В принципе. Черт. А если я сейчас это все сломаю, мне древесина вернется, нет? Как я забыл про конек-то? Конечно, вначале конек делается, а потом уже. Эх. Но отдых был. Отдых был. Так, значит. Конек раз. Чё-то как-то у меня конька не хватит. Придется по-другому сделать. Я так полагаю, то, что я ломаю, это потом мне не возвращается. Хотя вот деревяшки валяются какие-то. Так, я хочу сверху как-то насадить. Вот, да, вот так вот. Угу. Чёртова грамотное строительство. Ну все, вот типа крыша. Есть. Как бы есть. Теперь я могу верстаком. Стойка должна быть в помещении. А это типа не помещение, да? Угу. Хорошо. Что-то меня начинает это нервировать. Вообще, вот этот весь верстак, он меня начинает очень дико нервировать. Он парит мне мозги. Так. Доделаем сейчас себе крышу. Четкую. И построим тогда стенки, наверное. Если хватит мне на это нерва. Ну, по-моему, вообще по красоте все получается. Разворот. Вам холодно. Жалко, часов тут нету. Не выполнено условие. Древесина. Подожди, где бревно было? Сейчас расколотим. Ай, как нос-то чешется. Сейчас кто-то придет, мне надает лещей. Ночной какой-нибудь этот призрак. Ну, кстати, уже рассветает. Это хорошая новость. Скосил. Все, крыша точно у нас готова. Четенькая, красивенькая. Правда, стойка одна скосила. Но не страшно. Ну чё? Наконец-то верстак открылся. Чудно. Что я могу сделать здесь? Смотри, мотыгу, деревянный щит. О, щит, кстати, нужен. Для этого нужна смола. Кожаные обрывки. Буквально чуть-чуть смолы не хватает и обрывки. А вот этот, это что такое? Деревянный башенный щит. Ага. Кремниевое копье. Апгрейды какие-то есть. О, тунику можно апгрейдить. Буквально 5 кожи надо. Блин, тунику я бы апгрейдил, конечно. Хлощевая туника, хлощевые штаны. Блин, вот что нужно, штаны сделать. А то я как в платьюшке каком-то бегаю. Деревянная стрела. Кремниевый топор. Черт, что ж так нос-то чешется, а? Да, точно сейчас кто-нибудь придет навалять мне. Вот, кремниевый нож можно сделать. Нож из заостренного кремния. Надежная вещь. Для снятия шкуры, наверное, или что? Или просто отбиваться? Рассеивающий, колющий. А бита что у нас? Сколько там урона наносит? Но она помощнее всяко будет. Так, значит, мне нужна кожа. А для этого нужно найти... этих, как их там, клыкастых-то таких кабанов, свиней. Ну, кабанов найти надо. Тут рядышком никого уже нету. Блинский. Ладно. Мы пережили здесь одну ночь и один день. И построили себе небольшое убежище, домик. Выглядит, кстати, ничего так. Сейчас рассвет настанет, и можно замутить превьюху. С битой. Поэтому, если тебе понравился Вальхейм, то не забудь поставить лайк под этим видео и подписаться, если ты еще не подписан, это очень важно. Ну а я с тобой прощаюсь, пока. Увидимся в следующем ролике.